Всем привет! Обзор на большой белый пауэрбанк Ramos. Ramos Polymos 20. Моделька PB20. Емкость 20 000 мАч. При 3,7 вольта это получается 74 ватт-часа. Входное 5 вольт 2,1 ампера. Выходное 5 вольт 1 ампер и 5 вольт 2,1 ампера. Но максимально заявлено 2,1 ампера. Это обратная сторона пауэрбанка. Это лицевая с логотипом Ramos. Здесь на торце кнопочка. Сверху 5 оранжевых светодиодов неярких. Индикаторы уровня заряда. И на торце микро USB и 2 USB выходных. Весит этот пауэрбанк 437 грамм. Ну что, проверим емкость при работе на электронную нагрузку с током 1 ампер. Powerbank выдал 13,81 ампер часа или 70,64 ватт-часа. Среднее напряжение при этом составило 5,12 вольта. При токе 2 ампера Powerbank выдал 12,78 ампер часа или 64,82 ватт-часа. Среднее напряжение при этом составило 5,7 вольта. А теперь давайте посмотрим на вольт-амперную характеристику. Как видите, по мере роста нагрузки напряжение постепенно снижается. Но даже при токе в 2,5 ампера оно составляет 5,6 вольта. Ну а на этом, собственно, все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте лайки, комментарии, делитесь этим видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. Всем пока!